Итак, очищающий гель для лица Optimals содержит фруктовые кислоты, витамин С. И самое интересное, здесь в составе есть капсулы миндального масла. Смотрите, как это все выглядит. Вот так вот мы его нажимаем. И видите, вот эти вот голубенькие капсулы, это и есть капсулированное миндальное масло. Вообще супер, конечно. И вот она сама текстура вот этого геля, она очень нежная. Пенится она, конечно, пенится. Вот она, видите? И она вот так вот необычно пенится, не как простой гель, а вот он нежный-нежный. Такой вот и не пенка, и вот и гель, который... Но он очень такой, своеобразная текстура, она очень такая нежная. При этом, когда после нее лицо, когда смываешь, после нее лицо вообще не сушит, не тянет. Вот это мне очень нравится, потому что, вот, видимо, скорее всего, из-за содержания миндального масла вот в этом геле. И мне, конечно, он очень понравился. А для лица.